Благодарственное письмо на имя главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова пришло от жителей Можайского района. Огромное спасибо врачам Одинцовской станции скорой помощи, специалистам инфекционного отделения филиала номер 3 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского передает Ольга Замашанская, которая вместе с мужем была госпитализирована с диагнозом двусторонняя пневмония. В своем обращении Ольга отметила, что их быстрому выздоровлению способствовало профессиональное лечение и доброе отношение медиков. Все закончилось благополучно.